Самоубийство Игоря Малашенко подорвало здоровье Бажены. Рынска писала, что готова лечь в могилу вслед за возлюбленным. Тревожные вести об ее госпитализации появились 2 дня назад. Ситуация все больше усугублялась. Выяснилось, что журналистка не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть. После чудесного воскрешения Рынска решилась поделиться пережитыми эмоциями с пользователями сети. Несколько часов назад она собственноручно опубликовала пост, в котором выразила разочарование от случившегося. Видимо, светская львица мечтала вновь встретить возлюбленного после смерти, но не помнит ничего, что происходило в бессознательном состоянии. К сожалению, там за чертой ничего нет. Наша надежда увидеться с любимыми – всего лишь самоутешительные выдумки. «Я там ничего не увидела», – рассказала Бажена в микроблоге. О самочувствии журналистка не написала, очевидно, решив, что духовная сторона вопроса важнее. Поклонники бросились комментировать трагедию. Дискуссия о жизни и ее окончании достигла апогея, когда многие подписчики подтвердили, что имели личный опыт клинической смерти. Мнения разделись, кто-то утверждал, что видел иной мир на грани гибели. Другие согласились с Баженой на тему гнетущей пустоты, ожидающей за чертой. Вчера с мольбой о помощи к подписчикам обратилась родственница светской львицы. Взволнованная Нина Костикова рассказала, что Рынска несколько дней не вставала. Не представлялось возможным даже отвезти безутешную вдову в аэропорт. Но главное, что волновало пациентку, это судьба бывшей жены Малашенко. Бажена не встает совсем. В аэропорт ее не отвезти. Помогите дать санитарный самолет. Если Бажена так и будет в отключке, она просила передать, Пивоваровой, несмотря на завещание, быть не должно. Это убийца. Пожалуйста, кто помнит, как мы любили друг друга, очевидцы, напишите об этом здесь. Разместила Нина послание на странице журналистки в Facebook. Ранее Бажена Рынска говорила, что боялась приезда в Россию из-за осуждения окружающих. Светская львица сообщила, что в феврале от нервного истощения у нее началась депрессия. О госпитализации журналистки 1 марта рассказала жена Владимира Гусинского Елена в сети. Вилла Гусинского и Игоря Малашенко находятся рядом в испанском городе Сатагрант, где избранник Бажены и лишил себя жизни. Полагают, он не выдержал стресса из-за судов секс с супругой Еленой Пивоваровой, обвинившей бывшего возлюбленного в растрате 60 тысяч долларов.